Ну а в Туле сегодня простились с легендарным конструктором-оружейником, который посвятил жизнь укреплению обороноспособности страны. Николай Макаревец умер в возрасте 80 лет. На его счету почти 200 изобретений. Он непосредственно выезжал в зону боевых действий, корректировал, смотрел, дорабатывал и придумал новые идеи, как оружие сделать более эффективным. Он был настоящим патриотом, настоящим солдатом своей страны. Макаревец – один из создателей реактивных систем залпового огня. Гигантский вклад он внес и в разработку высокоточных боеприпасов.